Так что же все-таки мы имеем? Если мы обратимся к тому, что нам оставили жители, а может быть и не жители, а монахи древнего монастыря, что нам оставили? Ну хорошо, американец Хирам Бинхем обнаружил город. Он думал, что он нашел священный город Вилькабамбу, город, в котором скрылись инки от испанцев. Найдено 24 памятника за это время. Всеми восхищаются, никто не понимает, зачем это. Это я имею в виду храм Луны, храм Солнца, Торреон и так далее. Считается, что инки не использовали цемент и раствор. Использовали. Но это, наверное, отрицание этого как будто что-то меняет в мировоззрении археологов. Считается, что уступы и террасы вырублены в скале. Вопрос, чем рубили? Как таскали монолиты снизу вверх? Храм трех окон со столпом, храм солнца, камень солнца, ориентиры и визиры. Для чего? Что проверять? Ведь все эти создания находятся на разной гипсометрии. Город не только ступенчатые пирамиды имеет на склонах, он и внутри ступенчат, и ступени спускаются к центральной площади, к площади народа. В городе, я уже говорил, 200 помещений всего, причем все они нефункциональны. Ну, разве что к алтари или служители, ну, для обращения к солнцу. Найдены каменные топоры, кости бизонов, но это еще древнее, и европейские железные ножи. А своего никакого инструментария нет. Получается, что камнем по камню вот и такие сооружения были произведены. Конечно, это не так. Вот научный администратор Мачу-Пикчу, есть такая должность, Фернандо Астете пишет, что нашли вот серебряную женскую брошь, глиняные изделия, наконец-то, и стену в 7 метров высотой. Никаких изделий из золота, всего одна свалка жилого мусора и наши выводы, что это не крепость, не женский монастырь, не сельскохозяйственная академия. Но это, скорее всего, перуанская строительная выставка. Такая же, как в Москве, на Фрунзенской набережной, постоянная строительная выставка России, бывшего Советского Союза. Примеры построек. Из дикого камня, из искусственного разногабаритного камня, разноцветного, из разноцветного бетона, из комбинированного материала, без цемента и с таковым. То есть людям показано все, что можно построить из подручного, дешевого материала. Потому что бревна, ну, довольно дорогой материал. Во-первых, надо срубить, надо притащить, обработать. А тогда уже, кстати, пилы были. То есть на опалубку материал можно было найти. Какие же шоры добровольно надеваем мы, читатели, которые там не жили, не видели, чтобы не выбить бетонной стены, бетонного солнечного камня, ступенек Бога, откосов, скалы и основания Эльтереона, полированных сидений в кучах излившегося лишнего бетона. А какие ступенчатые комбинации кремового бетона и серовато-голубого камня! Это же удивительно, что мы принимаем какую-то сторону и не хотим подумать, а возможно ли это? Нет на горе гранитов, не все твердое гранит. И вот как раз эта тема очень серьезная. В XVI веке нашей эры, а по другим данным, примерно с 1436 по 1471 год, неизвестные нам инкские Гауди и Корбюзье сотворяли и сотворили эту застывшую музыку Мачу-Пикчу. Они сотворили образцы примитивного, но прочного каменного зодчества. Зачем? Словно провидели, что еще долгий
потомки инков и майя будут числиться среди белых народов, очень бедных. А дикого ничейного камня в природе много. Хочешь, насухо складывай, с малым наклоном стен вовнутрь здания, хочешь, дроби камень в пыли, затворяй водой, отливай в опалубку, что пожелаешь. Не мучиться же дурью, инки, и не тащить на верхотуру горы по бревнам бетонные монолиты до 150 тонн массой, которые археологи называют гранитными. В терминологии кладбищенских ритуалистов, не обязанных разбираться в тонкостях петрографии. Итак, гранит. Полнокристаллическая, зернистая, горная порода, состоящая из калиево-полевого шпата, кварца, некоторого количества плагиоклаза и цветных минералов. Биотита, мусковита, роговые обманки, пироксена, граната, очень редко берилла и колумбита. Есть такое на Мачу-Пикчу? Ответ – нету. Вспомните, что дома в начале Тверской улицы Москвы облицованы гранитом из Швеции. В московском метро широко представлены граниты Украины. Глыба серого гранита, из которого высечен торс Карла Маркса, тоже с Украины, как и балюстрада на Воробьевых горах. Ничего подобного в Мачу-Пикчу нет. Есть немало куч неиспользованного бетона, отнюдь не гранитной окраски, со следами опалубки. Ох, не дурак, инка. Пригладил доской влажный бетон, вот и подобие зеркальной полировки камня. Адвокаты от археологии древних египтян заставили полировать гранит бронзовыми утюгами. Попробовали бы. И тащут на страницах школьных учебников и диссертаций бедные египтяне каменные блоки массой до 200 тонн на вершину пирамиды Хеопса. На фото в Бальбеке тоже ровные нижние поверхности бетонных блоков. Постели. И в Мачу-Пикчу тот же метод, но нижней опалубкой для постели является каменный помост. Перетаскивать не надо. Ну и, наконец, мы можем увидеть этот прекрасный город Мачу-Пикчу во всей своей красе. Увидеть его удивительную планировку. Увидеть, что люди использовали удивительный пейзаж. Ведь эти два пика, молодой и старый, это вулканические постройки. Это не гранитные батолиты, но самая поверхность горы, занятая городом, это великое искусственное сооружение. Вот о чем я нигде не мог прочитать. А хотелось бы, чтобы и вот этой большой... Надо иногда выйти за пределы парадигмы. Выйти за пределы данного конкретного вопроса. И посмотреть на всю эту постройку снаружи. Ведь недаром так долго не могли найти этот город. К нему не было дорог. А вы представляете, если вы огромное количество грузов тащите на постройку, на любую стройку, хоть современного города, обязательно остаются обломки, отбросы, случаются аварии, не правда ли? И так далее, и так далее, и так далее. Этого нигде нет. Видимо, был заброшен какой-то десант архитекторов, строителей, простых чернорабочих, которые в конкретном месте конкретную работу сделали, и она нас удивляет вот этой своей грандиозностью. Если когда-нибудь люди разберутся в тайне этого затерянного города Мачу-Пикчу, я думаю, всем нам станет как-то легче жить. Иванович, ну а вот... Все же, ваше мнение, в каком году построили? Я думаю, что это 16 век. Скорее всего, действительно, 1563 год хороший. А вот это вот данные 1438, еще не было оснований. Конкистадоры не появились. Все-таки захват начинается с 1494 года, начинается экспансия. Но тут есть опять тонкость. Когда португальцы прибыли в Южную Америку, я беру именно португальцев, я не беру испанцев. Среди Диаса, это была экспедиция Диаса, там был какой-то странный монах, выходец, не то из Польши, не то из России. И когда они дошли до Бразилии, он удивился, что бразильские индейцы говорят на языке, который ему понятен, почти на русском. Ничего, да? Гуарани.
парадокс. Люди пришли в неизвестную страну и могут разговаривать с местным населением. Ну, я же недаром начал с того, что Мачу-Пикчу. Давайте переведем, как много пиков. Масса пиков. Как все просто. И не надо выдумывать, кто старый, кто молодой. На самом деле они не старые и молодые, они одного возраста. Только один маленький, а другой большой. Но их много, таких пиков. Вся природа вокруг состоит из этих... Это жерло вулканов. Вот что это такое. И когда... Я даже думаю, что если там порыться, можно найти пуцелановый материал, который легко дробится, легко затворяется водой, это готовый почти цемент. Это... Надо только этим заняться. Но кому это нужно? Я думаю, что настанет время, когда новый для Земли народ, я имею в виду южноамериканских индейцев, из Боливии, из Перу, из Аргентины, они когда-нибудь объединятся. Для них это все единый материк. Это белые разделили их на части. Это авантюристы создали между ними границы. И вот никак они не могут утихомириться. Обратите внимание, граница между Колумбией. Да? Они как будто горячие. Почему? Ну, привыкли люди, бедные, утолять свой голод наркотическими веществами. И с этим ничего не поделаешь. Потому что все-таки еще по Вавилову распределение людей по земному шару привело к тому, что есть 10 очагов культурных растений. И в каждом очаге культурных растений есть своеобразные, только им присущие корнеплоды, злаки, фрукты, другие мелкие овощи, обязательно наркотики. В одном месте это мак, в другом месте это кока, в третьем месте это кат, в четвертом месте, когда уж ну совсем плохо, насвай, который сейчас завоевывает молодежь Москвы. Да, это комбинация наркотика с верблюжьим пометом и гашеной известью. Да. Привыкание абсолютное и очень быстрое. А когда уж совсем нет никаких наркотиков, то люди переходят на мухомор. И везде это так. Как будто бы вот во всех 10 пунктах, которые в свое время Вавилов назвал главными очагами, везде присутствует полный набор. Вот удивительно. Ну, мало того, что еще, ведь кроме растений, есть еще и животная пища. Ну, подумаешь, яйца термитов. Они, извините меня, осетровой икре по питательности не уступают. Обратите внимание на животных, которых можно догнать, съесть, которые просто как будто бы приспособлены для того, чтобы их хищники ели. И когда... А это дает человеку колоссальную энергию, избыточную энергию. Ну, наши современники с вами эту избыточную энергию тратят в своих вот лихих подвигах, в экстремальных позициях, ну, скажем, как в кино, прыгать без парашюта с самолета, в воздухе надевать парашют, который ему сбросят, потом приземлиться и сказать: «Вот он я». Или прыгнуть, ну, скажем, с Останкинской башни, зацепиться по дороге и потом ждать, пока тебя отвяжут. Это удивительно. Но и только потом, когда человек перестал быть привязанным к первичным местам своего зарождения, он пошел экспансироваться и распространяться по земному шару. Начались взаимные болезни, потому что человек уже начинал обмениваться биологическим миром, начались войны, начались взаимоистребления. И я думаю, что мы немножко рассмотрим эту проблему в следующем фильме, который будет посвящен началам письменности на Земле. Это будет интересно.